Yeah.
Падай, Боже, ключик!
на мандарине. Ольгу Егорову. Вон она там появляется. Приветствуйте, пожалуйста, Ольга Егорова. Thank you.
И вторая композиция будет неким триптихом. Я всегда мечтала их сыграть все три вместе. Одна из них — это старинная греческая народная мелодия, которая называется «Мариника», в обработке современного автора Киалофидеса, греческого композитора, и моя вольная интерпретация. Вот, «Мариника» — это очень красивая история о том, как девушка долгое время ждала своего возлюбленного, но не дождалась и бросилась с обрыва, как это часто бывает в старинных историях. Но она превратилась в птицу и улетела в небо. Вот. Вторая композиция — это известный всем автор Исаак Альбенис, фрагмент его композиции для фортепиано «Астурия» или «Легенда». И третья часть называется «Кабора». У нее очень интересная история. Когда-то с Натальей мы вместе учились в Гнесинке, ну, в разное время. И она тоже состояла в клубе молодых композиторов, так как она композитор. Вот, и у нас был конкурс на сочинение любой там разных жанров. И один мой знакомый уже использовал возможность одного сочинения в одном жанре. Но очень хотел подать заявку и на другое произведение. И он сделал себе псевдоним, и как будто бы это некий японский его друг написал это произведение для мандолины и назвал его «Кабора». Вот. И через несколько лет тайна открылась. Это было маленькое-маленькое сочинение, которое мне очень понравилось, я решила дописать его в финал большой. Вот. И я совершенно не знала, что это мой друг. И вот совсем недавно я узнала, что, оказывается, это был Денис Забавский, такой балалайщик есть. Вот. Итак, триптих. Thank you.
не дала мне лопнувшая струна осуществить мой замысел. Thank you.
Ольга Егорова, поприветствуйте, пожалуйста, еще раз. Спасибо огромное, Ольге Егоровой. А я приглашаю на сцену ансамбль «Прёт». Для вас сегодня играет ансамбль «Прёт» в составе Пётр Талалай – ударные, Григорий Сандомирский – рояль, Дмитрий Шишков – контрабас, Анатолий Осипов – саксофон и Наталья Винова. Спасибо. Сейчас мы для вас сыграем композицию, которая называется «Солнце времени». Это песня, которая... Это песня, которую я написала еще в годы нашей учебы в Академии имени Гнесиных. И эта композиция также звучала в клубе московских, как это у нас там назывался, клуб композиторов, да, вот про который Ольга Егорова рассказывала. Писалась она там, и окончательные ее штрихи делались с помощью замечательного педагога и композитора Юрия Сергеевича Саульского. Итак, «Солнце времени». Да, еще про эту композицию можно сказать, что мы были одними из самых первых исполнителей на конкурсе молодых исполнителей фестиваля «Усадьба джаз». Мы сыграли эту композицию в составе еще нескольких песен и стали победителями данного фестиваля. Лауреата, да, нам это очень приятно. Thank you.
Спасибо. Следующая композиция, как уже сейчас, называется «Павлины».
Thank you.
Ah.
Thank you.
Thank you.
самую любимую композицию. Она называется «Прелюдия токката. Рождение земли». Довольно своеобразная композиция, в ней нет никакого текста. Это вокалист, который повествует о разрождении жизни как таковой вообще, как таковой жизни во Вселенной, в душе. И поэтому вот такая вот, можно вокалу немножко обработки здесь. Вот, и сейчас я для вас исполню. Wow.
сейчас прозвучит песня, которая называется «У Алёшки жена». В исполнении наших замечательных друзей. И мы наконец-то нашли применение детям, которые пришли сегодня. Специально ждали весь... Нет, ты не на фортепиано играешь. Сегодня играешь на другом инструменте. Иди сюда. Надо детишек позвать вот сюда, вот в центр. Вот туда, вот туда. Я думаю, что вот... Я думаю, что перед сценой. Барабаны. Сейчас они, наконец, расстановятся. Thank you.
ансамбль народной песни «Подворье» Надежда Миронова, Егор, фамилия, я не знаю, Егор, Зиновьева Антонина. Да, Антонина и Марина Творогова. И Наталья Блинова. Да, и Наталья Блинова, а также дети в составе четырех. Сыграли на всевозможных шумелках. Последнюю композицию мы еще вам сыграем. Называется она «Бабочка», точно так же, как и первая. Только она уже третья. Другая бабочка, да. Спасибо вам огромное, что вы пришли на наш концерт, на наш фестиваль. И сейчас мы сыграем эту песенку для вас.
для вас пели, играли и писали. Ольга Егорова, которая уже качает своего малыша в колыбельке, которому 3 недели. Надежда Миронова. Спасибо. Егор Поленик. Марина Дворогова. И Зиновьева Тоня. Ритм секция. На альпезе Петр Талалай. Барабаны. Спасибо. Денис Шишков, контрабас. Анатолий Усипов, соло, саксофон. Григорий Сандомирский. Самое яркое место в нашем концерте. Звуковое обеспечение. Алексей Наджаров. Спасибо вам огромное всем вам, нашим детям. Нашим Натальям. Наталья Кунова. Спасибо нашим звукорежиссерам. Клубу Алексей Козлов. И Араеву. Всем вам, чтобы вы сегодня собрались и были сегодня с нами. Спасибо. Ансамбль «Прёт». Спасибо. Спасибо. Следите за нашими продвижениями и новостями ВКонтакте, в Фейсбуке, вот особенно в Фейсбуке. Да, а также в Ютубе, а также в Твиттере, в Инстаграме. Я, наверное, ничего не забыла сказать. Вот. Спасибо вам. У нас у всех есть компакт-диски, альбомы, да, не компакт-диски, а альбомы. Их можно и у нас получить, и можно получить в сети наш альбом, который называется «Настоящее». Вот вы из него играли сегодня 4 композиции. Он находится в свободном доступе на Рутрекере. И у Анатолия Осипова, я же сказала, у всех есть альбомы. И у Алексея Наджарова, и Анатолия Осипова тоже. А также на странице лейбла Fancy Music. Вот, так что заходите на все эти лейблы. Можно покупать, можно качать бесплатно. Вот, спасибо вам большое. Спасибо.